Видео подготовлено онлайн-гдз.нет, задание номер 12-27. Составьте уравнение прямой, проходящей через данные точки. Уравнение, линейное уравнение стандартное у нас имеет вид y равно kx плюс m. Нам нужно составить уравнение прямое, которое проходит через две точки. То есть имеет общее k и m, но разные x и y. То есть мы можем вместо y подставляем 0 равно k на вместо x 5 плюс m. И второе уравнение делаем решаем аналогично. То есть 2 равно k на 0 плюс m. Отсюда мы видим, что m равно 2. 5k равно минус m, то есть k будет равно минус 0,4, m равно 2. Подставляем их в уравнение и получаем y равно 0,4x плюс 2. Только вот 0,4 со знаком минус. Минус. 0,4х плюс 2. Задание Б. С с координатами минус 6, 0. Б с координатами 0, 4. Снова делаем систему. 0 равно минус 6k плюс m и 4 равно 0k плюс m. M равно 4, k равно m шестых. Сейчас m равно 4, правильно, а здесь минус 6, k равно, k переносим сюда, m деленное на 6, правильно, m равно 4, k равно 4 шестых, или сокращаем, это будет 2 третьих. И сразу решаем y равно 2 третьих x плюс 4. Задание В. Е с координатами 7, 0 и F с координатами 0, минус 1. 0 равно 7k плюс m. Минус 1 равно 0k плюс m. M равно минус 1, k равно минус m седьмых. M равно минус 1, k равно 1 седьмой. Уравнение будет иметь вид y равно 1 седьмая x минус 1. И задание Г. L с координатами минус 2, 0 и k с координатами 0, минус 4. 0 равно минус 2k плюс 0, минус 4 равно 0k плюс m.
m равно минус 4. Только тут не минус 2k плюс 0, а минус 2k плюс m. K равно m деленное на 2. M равно минус 4, k равно 2. Уравнение 2 только со знаком минус. Потому что здесь мы 2k перенесли налево, m справа, m вторых. Нет, плюс. Y равно 2k минус 4. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.